В начале этого года на базе торгово-промышленной палаты Ленинского округа был создан комитет по поддержке и развитию частных детских учреждений. Тогда же у членов комиссии возникла идея провести конкурс на лучшего воспитателя. Реализовать задумку удалось только осенью и при участии администрации муниципалитета. Первый этап был на основании заявки. То есть мы описывали, какой опыт у сотрудника, у специалиста, кем он работает, какое у него образование. На основании этого были выведены финалистки, скажем так. Да? В финале должны были подготовить презентации о своей деятельности и постановочные видеозанятия. То есть, да, какой потенциал есть у педагога, как он правильно может методично выстроить занятие, провести его, насколько его слышат дети. В конкурсе приняло участие 20 воспитателей частных детских садов округа. В финал вышли семеро. В жюри были представители торгово-промышленной палаты и администрации муниципалитета. По итогу отбора победителями стали два специалиста. Их наградили в торжественной обстановке. Мы награждаем наших финалистов, наших победителей номинации «Профессиональный дебют». Очень правильная инициатива, которую мы с удовольствием поддержали, поддержать наших преподавателей, которые занимаются нашими детьми, которые каждый день на работе. И вы знаете, нам это очень понравилось, потому что, слушая, как они относятся к своей работе, как они любят ее, это, конечно, вдохновляет на большие подвиги. Екатерина Адаевская в профессии уже более 7 лет. Работу с детьми считает своим призванием. Несмотря на небольшой стаж, уже проявила себя как специалист высокого класса. Доказала это победой в конкурсе. Я люблю деток, и большая работа с ними, работать – это как бы радость, очень большая радость находить вот общение с детками, также с их родителями. В саду деток воспитываем, мы даем им знания, подготавливаем их к школе. Как отметили победительницы, такая высокая оценка их труда – дополнительный стимул стремиться в профессии к большему. Я очень рада, что получила эту награду. Я очень благодарна девчонкам, коллегам, что они позволили, скажем так, выразить себя. Вот. Благодарна коллективу своему, что они приложили немалые усилия, помогали подойти к этой награде. Участницы и победители конкурса «Специалист 2021 года» поздравил почетный гость, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша. В следующем году, я надеюсь, вас гораздо будет больше, потому что данное награждение будет у нас и по местному телевидению, и в социальных сетях. В общем, мы работаем на популяризацию работы нашего комитета и вас как преподавателей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Я вас поздравляю с этим. В следующем году руководители комитета планируют выйти на областной уровень, чтобы у большего количества муниципалитетов региона была возможность представить своих лучших воспитателей. Юлия Погосянки, Дилованов, Ольга Садовская, Видное ТВ.